«Не выходи из комнаты, не совершая ошибку», – писал Иосиф Бродский. Если перефразировать классика, то сегодня в Азербайджане ошибкой будет выйти из дома, не получив специальное разрешение по СМС, если, конечно, у вас нет разрешения на работу. Нарушителей отслеживает полиция. На дорогах проверяют не только водителей, но и пассажиров. Разрешение на выход из дома должно быть у всех. Оно может быть трех типов. Ответное СМС-сообщение, отправленное на короткий номер 8103, позволяет гражданам находиться вне дома с определенной целью 2 часа в день. Те, кто продолжают работать, должны иметь при себе удостоверение или справку с места работы. Вот она, новая реальность. На цветочных магазинах объявления об онлайн-продаже. Закрыто практически все, кроме супермаркетов, аптек, медучреждений, банков и отделений почты. Все эти меры предпринимаются правительством Азербайджана для минимизации контактов между гражданами, чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса в стране. Лейла Курбанова, Симур Сахибзаде, Наиб Гаджиев, CBC.